наши дела. Все, что мы говорим, это все фиксируется. Однажды тебе это все будет предъявлено, дорогой человек. И ты дашь ответ за абсолютно каждый поступок, за абсолютно каждую мысль. А обязательно за то, что ты слышал, что есть праведный суд Божий, который однажды состоится, и на котором тебе будет напомнено о том, что ты слышал об этих вещах, и у тебя не будет оправданий. Единственное оправдание – это Иисус Христос. Если ты придешь к Нему, если ты попросишь прощения за все свои соделанные дела,